Технологическая в Екатеринбурге все же сохранит название. Горожане отказались жить на улице имени соавтора Конституции. Увековечить память известного юриста и земляка Сергея Алексеева решили после указа президента. Но прежде чем поменять табличку, устроили опрос. Результат удивил. Из 280 опрошенных только один высказался «за». Мнение спрашивали у тех, кого могло коснуться переименование. Это жильцы 9 домов. При этом часть из них сами работают в юракадемии, старый корпус которой по улице Технологической Сергей Сергеевич много лет ходил на работу. Алексеев не только соавтор Конституции России. Именно он возглавлял комитет, который стал прообразом Конституционного суда. Основал Институт философии и права Уральского отделения Академии наук. Те, кто голосовал против, объяснили, что дело не в имени юриста, а в опасениях, что из-за переименования улицы придется менять документы. Но против воли жителей таблички менять не будут. Сергею Алексееву в Екатеринбурге уже посвящены мемориальные доски. И теперь в его честь могут назвать новую улицу или набережную. Один из вариантов был предложен, есть у корпуса Некомогорова университета, к университету путей сообщения такая набережная ведет. И вот ее назвать именем, набережная имени профессора или набережная профессора Алексеева, мне кажется, красиво звучит.